прямому зв'язку Роман Світан, військовий експерт, льотчик інструктор, полковник запасу української армії. Пане Романе, добрий вечір, слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, у Білому домі не виключають, що можуть розширити дозвіл на удари по території країни-агресорки Росії, і координатор зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав наступне, я процитую, «Я не буду випереджати рішення, які ще не ухвалені, ми поки що от бачимо картинку, чим та звідки Росія завдає ударів по Україні», а Кірбі сказав наступне, «Я не буду випереджати рішення, які ще не ухвалені, з кожним кроком цієї війни у міру її розвитку ми збільшували нашу підтримку України. Подивимося, до чого все піде і що потрібно українцям». Кінець цитати. Пане Романе, зі слів Кірбі можемо говорити про те, що рано чи пізно ми не будемо обмежуватися лише Білгородською та Курською областями? Якщо так, то у такому випадку чому цей дозвіл відтягують? Ну, діло, мабуть, не в самому розрішенні, а в передачі номенклатури средств пораження, які можуть виконувати бойові задачі на определену дату. Как бы нам не дали возможность работать на дальность в 2000 километров, достать до Урала, но томагавки нам никто не передает. Поэтому здесь немножко от обратного надо плясать. У нас есть «Хаймерс», это пусковые установки. У нас есть ракеты М-31, дальность 80 километров. Вот этими пусковыми установками мы уже начали работать по зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400, которые кошмарят Харьков. Но одну установку мы уничтожили, а дальше россияне перетянули их на глубину там 100 километров. Со 100 километров они еще могут доставать до Харькова. Так вот, для того, чтобы нам достать уже россиян на дальности в 100 километров, надо разрешение на работу, во-первых, наличие самих ракет М-39, это 100-мильные ракеты, 165 километров могут брать. Наличие, естественно, разрешение их использовать. Поэтому логика дальнейших действий россиян и наших партнеров говорит о том, что, скорее всего, мы получим разрешение на работу именно этими атакамцами по российским зенитно-ракетным комплексам. Дальше для того, чтобы, допустим, обезопасить тот же Харьков, но это можно любой город, потому что дело не только в Харькове, Сумы, Ахтырку, Богодухов, любое наше село, наш поселок обезопасить, нам надо работать глубже. То есть, допустим, вот самолетов Су-34, которые сбрасывают КАБы, нам надо их уничтожать на аэродромах. Часть аэродромов есть в 300-километровой зоне. Туда мы можем достать атакамсами 300-километровыми, ракетами М-39А1, М-48, М-107, которые, скорее всего, у нас уже есть. Опять же, нам надо в достаточном количестве их, плюс разрешение. Тогда, возможно, будет отогнать россиян чуть восточнее. Опять же, они отойдут, и нам придется доставать их еще дальше, глубже. А у нас уже средств поражения даже на горизонте не предвидится. То есть дальностями 500 километров это могут быть либо «Таурусы», либо, допустим, «Джазмы» для F-16. Но опять же, получив эти ракеты, опять же, надо получать разрешение, чтобы работать все глубже и глубже в российскую территорию, вплоть до Уральских гор. Но для этого надо, это 2000 километров, для этого надо уже томагавки. Потому степ-бай-степ, я думаю, мы все-таки придем к определенным решениям вместе с нашими партнерами и по передаче определенной номенклатуры средств поражения, ну, естественно, разрешение по работе по российским военным объектам на этих глубинах. Пане Романе, також згадаємо, як неназваний офіцер повітряних сил Збройних сил України впевнений, що Україні дозволено застосовувати і Storm Shadow, і Scalp по російській території. Офіційних прямих підтверджень такого дозволу від західних урядів не надійшло. А про скасування заборони бити по російській території західною зброєю розповіли саме на порталі BBC. Ось саме такими ракетами західного виробництва, до чого ми зможемо дотягнутись у межах досяжності, які це аеродроми, і взагалі, чи будуть аеродроми в межах досяжності саме цих ракет, якщо ми будемо їх запускати, полігони, що взагалі в пріоритеті для такого озброєння? Ну, це ракета практично з полутонної бойової частини. Значить, для неї треба ціль осколочно-фугасна бойова частина, значить, надо цель либо более-менее там забронированная, бетонированная, либо находящаяся в радиусе разлета осколков. То есть это могут быть действительно аэродромы, но опять же по аэродромам лучше как раз работать атакамсами, кассет
А дальность действия этой ракеты 250 километров. У «Атакамса» 300 километров. То есть для нас даже приоритетнее, конечно, работать по аэродромам и кассетникам ракетой М-39А1. Именно «Атакамсов». А «Storm Shadow», «Скалпы» оптимальнее использовать по военным объектам российским, логистике. То есть там, где будут большие скопления войск противника, скопления ремонтных, определенных ремонтных баз, то есть скопления военной техники, железнодорожных развязок, узлов, где разгружаются российская военная техника. Потому целей, в принципе, много. Плюс зенитно-ракетные комплексы. Они также, эти ракеты, могут использоваться для уничтожения ЗРК на больших глубинах, то есть та же С-300, те же С-400, которые будут стоять однозначно восточные, до них надо будет доставать. У россиян еще и С-500 появилось. То есть, по большому счету, там уже дальности могут быть сотни километров, и их надо доставать. И это как раз эти ракеты в, допустим, 200-250-километровой зоне в глубину российской территории могут уничтожать эти объекты. Вопрос в чем? В том, что мы до сих пор этого не делаем. Либо у нас до сих пор нет реального разрешения на работу этими ракетами, либо нет самих ракет. Это тоже может быть причиной, потому что по партии ракет, которые нам передаются, они тут же используются. У нас очень сложно складировать такую техніку, тому і ми її сразу используємо. Пане Романе, оскільки ви згадали і комплекс С-300, С-400, і також пригадували роботу «Хаймерсів», українські війська 1 або 2 червня завдали удару по російській батареї ППО С-400 С-300 у Білоруській області. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, геолокаційні знімки, опубліковані 3 червня, підтверджують дві знищені пускові установки і пошкоджений командний пункт російської системи ППО. Тут припускають, і як ви вже сказали, що могли для удару дійсно бути використані американські ЗРК «Хаймерс», оскільки система ППО С-300 С-400 перебувала приблизно за 60 кілометрів від лінії фронту на півночі Харківської області та більш ніж за 80 кілометрів від Харкова, що перебуває в межах радіусу дії «Хаймерсів». На вашу думку, чи зупинить це росіян на деякий час, адже основним знаряддям руйнування Харкова якраз були зенітні ракети С-300, і чи створить це загрозу для російської авіації на дальніх підступах до українського кордону? Я маю на увазі те, що ми зараз можемо вже використовувати те чи інше американське озброєння. Ну, российской авиации пока там не будут развернуты системы зенитно-ракетных комплексов типа Patriot, SMT или, допустим, подойдут F-16, ничего пока не угрожает. Потому они с дальности там 50, 60, 70 километров кабы как сбрасывали, так и будут сбрасывать на Харьков и на трансграничные области. А вот по зенитно-ракетным комплексам, по С-300 и С-400, которыми россияне кошмарили Харьков, да, у них сейчас будут проблемы, но небольшие. Пока, еще раз повторюсь, пока мы не получим разрешение работать на глубину 100 миль, то есть для того, чтобы перекрыть расстояние, просто сейчас от дальности 60 километров перетянут их на дальность 100 километров. И мы ракетами М-31 80 километров, мы их просто не достанем. А россияне будут доставать, потому что дальность полета С-300 где-то 100-120, ну 110 километров плюс минут 10, в зависимости от высоты механизма наведения. А С-400 еще дальше на 50-70 километров. То есть, по большому счету, без вот этих разрешений 100-мильными ракетами работать по наземным пусковым установкам, которые мы можем использовать «Хаймерсы» из «Хаймерсов», то есть ракетами М-39, у нас будут продолжаться проблемы по «Хаймерсу». Потому решим вопрос на определенное время, не более того. Надо добиваться от наших партнеров не разрешения там бить по российским объектам, не абсантиметривания там расстояний до каких-то объектов, а передачи нам вооружений с единственным ограничением, то есть выполнять боевые задачи с помощью этих вооружений согласно мировым, то есть мировой практике, согласно тем договорам, которые мы заключили, ну, которые мы подписали, тем конвенциям, которые мы подписали при выполнении боевых задач.
Також Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території Росії не призведуть до ескалації конфлікту, а лише дадуть змогу Україні захистити свої великі міста. І канцлер підкреслив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по Росії ретельно продумали у співпраці з друзями і союзниками Німеччини. Але, знову ж таки, це на глибину не далі 40 кілометрів від кордону, чи не так? Якщо ми згадаємо попередні повідомлення про можливість завдавати ударів з самохідних гаубиць «Панцергаубиц» та РСЗВ «Марс», про які ми неодноразово з вами говорили в прямих ефірах. Ну, 40 кілометрів, так, да, дійсно, «Панцергаус» може бити. Дальність, там є чуть більше, є снаряди з реактивними ускорителями, так називаємо. Тобто вони 55 кілометрів можуть, в принципі, дійти, але реально це, звісно, 40. Это армейская артиллерия, так называемая. Ну, а Марс-2 – это тот же Хаймарс. То есть это просто копипаст техники. Это тот же Хаймарс. И, опять же, ракеты к Марс-2 – это те же ракеты М-31, которые нам передают американцы в основном. На М-39 у нас разрешение работать пока, по крайней мере, нет. Потому дальность максимум будет вот эти 80 километров. Там неважно, с Хаймарса, с Марса или с 270-го будут запускать. В принципе, пакет он один и тот же. Пане Романе, Форбс пише, що російська авіація щомісяця скидає на українські позиції і на мирні населені пункти близько 3000 плануючих бомб. Бомб із супутниковим наведенням мають радіус дії понад 60 кілометрів. Чи означає це те, що російські винищувачі бомбардувальники і Су-34, і Су-30, і Су-35 можуть випускати свої бомби поза межами досяжності усієї, майже усієї української протиповітряної оборони, окрім деяких західних систем? Да, где-то до сотни авиабомб в сутки россияне таким способом сбрасывают. Это основной вид поражения наземных войск авиационной бомбой. Если противник имеет возможность, допустим, авиабомбами забрасывать укрепрайон, то только дело времени, когда этот укрепрайон будет взят или разрушен. Это как минимум. То же самое мы должны использовать и к этому стремиться. То есть защищать воздушное пространство, завоевывать превосходство в воздухе и добиться того, чтобы наши бомбардировщики могли сбрасывать либо планирующие, либо свободно падающие авиабомбы для выполнения боевых задач на земле. А вот сбивать российские самолеты могут на данный момент пока три вида, ну, по крайней мере, теоретически. Это СМТ с дальностями 100-120 километров, это Патриот 100-150 километров, и F-16, когда появится, с дальностями тоже 100-120 километров. Только этой триадой мы можем как-то отодвинуть российскую возможность от наших границ. То есть они действительно сбрасывают нас с дальности в районе 50-60 километров. Достать могут пока только эти три способа воздействия на россиян. А то, что мы имеем сейчас, допустим, наши зенитно-ракетные комплексы С-300, они достают до 70 километров. Но так как они не могут быть расположены вдоль линии границы, близко не подойдут, их ланцеты отминусуют. А потому у россиян есть такая возможность сейчас работать по нашим и тылам, в том числе, кстати, по некоторым позициям они подходят близко к линии границы. Пане Романе, ми розуміємо, що українські сили не можуть поки що захищатися від російських плануючих бомб. Мається на увазі, що ми маємо тільки робити те, щоб уражати аеродроми, де розташовуються ці літаки, які запускають ці бомби. Але, як пише Форбс, за допомогою власних плануючих бомб українські сили можуть захищатися від російських плануючих бомб. А саме, про що йдеться? Українці запускають бомби SDB, і що українські військово-повітряні сили перетворюють свої винищувачі МіГ-29 і, можливо, також винищувачі Су-27 на високоточні плануючі бомбардувальники. Наскільки це дійсно можливо, ефективно озброївши їх американськими підвісними бомбами малого радіусу дії? І взагалі, на що здатні ці бомби? Ну, они пошли в информационный поток, как SDB, да, есть такое название, хотя реальное название этих авиабомб – это GBU-39. Это старая устойчивая система GBU-39, планирующая авиабомба с боевой частью 90 килограмм. На их действительно наши самолеты, некоторые могут 4, 5, 6 этих авиабомб брать.
и выполнять боевую задачу. Дальность этой бомбы, которая, если ее поднять на высоту больше 10 километров, загнать на околозвуковых скоростей, дальность планирования до 110 километров, то есть это довольно-таки серьезный кап, корректируемая бомба, если так к российской аббревиатуре подходить, которая выполняет боевую задачу на больших глубинах в российском тылу. Но для этого надо, еще раз повторюсь, поднять самолет на высоту в 10 километров, разогнать его, а значит подойти к линии границы, к линии боесоприкосновения, за которой ПВО противника может на эти самолеты наши уничтожить. Потому эту дальность на данный момент самолетов использовать невозможно. Эта же самая бомба GBU-39. Используется в GLSDB. Это так называемый комбинированный снаряд, который запускается с Хаймерсов. Эти снаряды у нас уже были, ракеты, их называют ракетами, можно и так, потому что разгонный блок от ракеты М-26 к Хаймерсу, к которому присоединена эта планирующая авиабомба. Так вот, не самолет ее поднимает на высоту там, по 10 километров, разгоняет на до околозвуковой скорости, это как раз разгонный блок от ракеты. То есть поднимает ее, и дальше она раскрывает крылья и планирует еще 110 километров. 40 километров разгонного блока, 110 километров планирования, 150 километров, если запускать ее с Хаймерса. Потому либо GBU-39, который несет наши истребители, либо GBU-39 в составе GLSDB, который запускает Хаймерс. Разница от 110 до 150 километров, вернее, дальность от 110 до 150 километров, которыми эти дальности, опять же, если бы они были в достаточном количестве, мы бы тогда их видели в работе в тылу противника. Но пока, скорее всего, нет серьезного количества этих авиабомб. Опять же, их много, они дешевые, ну, относительно дешевые, если брать, допустим, те же ракеты, Атакамс или там ракеты М-31, они стоят 40 тысяч долларов. Каждая такая авиационная бомба около 40 тысяч долларов. Потому, я думаю, если будет достаточное количество этих авиабомб, то мы увидим, ну, серьезное поражение россиян на глубины от 100 до 150 километров. Пане Романе, ще про одну ракету. Військовий експерт Петро Черник коментував слова міністра оборони Нідерландів Кайсо Онгрен, яка заявила, що винищувачі F-16, які країна передає Києву, можна використовувати для завдання ударів по території Росії. І пригадуючи наші з вами ефіри, ви сказали, що тут має йтися мова про ракети, які йдуть до F-16. І за словами Петра Черника, аби бити по військових об'єктах в Росії, Україні потрібна ракета під F-16 AGM-158 JASSM. Ви про них сьогодні говорили на початку ефіру, ви про них згадували. І тут мова йдеться про модифікацію на 900 кілометрів, а бойова частина до півтони. Все ж таки, чи може отримати Україна ось такі тактичні крилаті ракети? Чи не є вони вкрай дефіцитними? І також, що ми можемо, які наші спроможності відкриваються, якщо ми отримаємо саме ці ракети? Ну, це хороша, звісно, ракета американська, саме розпространена для F-16, тобто одна із ударних. У неї робочий радіус від 560 до 950 кілометрів. Тобто різні модифікації цієї ракети є. И когда мы их получим, надо тоже понимать, что они будут передаваться без ограничений по дальности для выполнения боевых задач. Да, тогда мы реально достанем с дальностью 950 километров, достанем до того же Энгельса, достанем за Москву, то есть вдоль Волги, за Волгу практически. Это довольно-таки серьезная дальность, там военных объектов в достаточном количестве. Конечно, это не Урал, основные объекты находятся на Урале, а эти 2000 километров, это Томагавк. Ну вот даже в 950 километров, то есть за Волгой, в районе Волги, мы сможем уничтожать военные объекты. Опять же, и российские, если, конечно, эта ракета, во-первых, нам ее передадут, а во-вторых, нам разрешать ей работать на такие дальности. Пане Романе, нагадайте, будь ласка, F-16, скільки на борт має можливості брати ракет? Ну, таких, ну, ракет он много, в разных много может брать, а именно таких две штуки точно подымет.
Тобто, якщо 6 літаків, маємо 12 ракет, і тоді авіабаза «Енгельс» перетворюється на щось, на попіл, до прикладу. Там, помимо авіабази, там є дуже цікавий нефтяной, под Энгельсом расположено практически море авиационного керосина. Дело в том, что Энгельс — это база стратегических бомбардировщиков. Один стратег берет больше 50 тонн, Ту-95 больше 50 тонн. То есть практически бочка железнодорожная входит в него. А Ту-160 три таких бочки берет. То есть 170 тонн авиационного керосина. Представляете, какое это море авиационного керосина, которое расположено там в карстовых пещерах под Энгельсом. И если, допустим, с десяток этих авиабомб зайдут в вентиляционные шахты или в узлы подачи авиационного керосина как раз вот этих хранилищ, то «Волга», ну, мягко так скажем, изменит русло. Энгельса, конечно, не останется всей этой базы. Там еще большой вопрос по Саратову. Окна повылетают точно все. Сквозняк будет довольно-таки серьезный. Придется туда большое количество передавать капель назальных. Но вопрос в том, что будет решен вопрос полностью с этой базой. Потому надо вот на такие вещи обращать внимание. Бить ракетами по аэродрому, ну, это занятие может быть долгое. И аэродром ракетами разбить практически невозможно. Ну, с осколочно-фугасной части аэродром имеется в виду, там полосу повредить. Полосу вообще нужно уничтожать бетонобойками, причем заходить свободно падающими авиационными бомбами, это бомбардировщиками, это далеко. А вот бить вот по таким реперным точкам, потому что уничтожить авиационный керосин под Энгельсом и там летать ніхто не буде. Навіть туди ніхто не буде прилітати, тому що заправити самоліт буде так. Візуалізуємо картину і віримо, що таку картину ми невдовзі побачимо. Пане Романе, ще про Кримський міст, незаконно збудований. Більд пише, як вважає низка експертів та військових аналітиків, українська армія ймовірно готується до того, щоб завдати нового удару по цьому мосту. Наприкінці минулого тижня пригадаємо, що українська армія атакувала в Криму російські пароми «Авангард» і «Конрад Рейдер». І російські джерела повідомляли, що для ударів тоді використовувалася західна беззброя, а саме «Атакмс» та «Storm Shadow». При цьому російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій. Тому, виходячи із цієї статті, ось такий удар по паромах, чи може бути ознакою нової атаки, що готується на Кримський міст, Керченський міст, зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати, точніше, на пароми, як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку? Ну, Крим, якщо його смотреть, розглядати його як оперативний котел географічний, в него ведут 7 мостов, 7 дорог, 7, как бы кто ни говорил. 2 сухопутный коридор, это автомобильная трасса с Донецка до Ялты, 4 полосы движения. Железнодорожная сейчас уже по сухопутному коридору, они сейчас будут подключать всю железнодорожную ветку, причем там их 2 ветки. Одна идет с Ростова-Таганрог, с Таганрога сразу на Мариуполь, дальше на Бердянск, на Мелитополь. Вторая железка идет чуть севернее, через Залавайск, на Донецк, на Волноваху, на Токмак, через Камыш-Зарю, на Токмак и дальше на Мелитополь. То есть это 2 моста по сухопутному, железнодорожный автомобиль. Есть морской мост, так называемый. Это использование тех же БДК, больших десантных кораблей и судов сопровождения для переброски сил, средств, войск Крым и обратно. Воздушный мост, Ил-76 в основном, это транспортники, которые могут выполнять боевую задачу. Это Керченский мост, один железнодорожный, один автомобильный. Вот 6 мостов, которые надо уничтожать. Ну и 7-й это паромная переправа, которая на данный момент максимально используется как раз, использовалась до удара по паромам. Один паром затоплен, второй поврежден, практически нереально его использовать. Использовалось для выполнения этих задач. Потому можно сказать, что мы занимаемся уничтожением логистических цепочек. Их 7. Вот одну, можно сказать, отминусовали. Еще 6 осталось. Занимаются кораблями российского Черноморского флота наша спецура.
наш главное управление разведки, естественно, служба безопасности, военно-морской флот уничтожением этих больших десантных кораблей. Воздухом занимаются наши ракетчики, авиация, уничтожая аэродромы, аэродромно-техническое оборудование, чтобы Ил-76 не смогли нигде садиться. Наши войска, авиация, ракетные и армия занимаются уничтожением или будет контролировать железную автомобильную дорогу по сухопутному коридору. Остается Керченский мост. Вот Керченским мостом, скорее всего, займутся сейчас комплексно. Действительно, после удара по Керченской переправе паромной, вывода ее из строя, вот Керченский мост остается, пока еще остается нетронутым, но, скорее всего, идет именно подход к выполнению комплексной задачи по его выводу из строя. Мы видим уничтожение ПВО, видим уничтожение аэродромов, то есть подбираемся все ближе и ближе к Керчи. Я думаю, где-то в ближайшее время этот вопрос решим с помощью, в основном с помощью ракет. То есть сейчас уже какого-то другого механизма уничтожения моста не предвидится. Пане Романе, до того, що відбувається на полі бою, Foreign Policy пише, що Збройним силам України терміново потрібен контрнаступ. Нам, звісно, він потрібен, але ми розуміємо, що фізично провести його ніяк не можемо зараз. Видання пише, що це потрібно Україні, відповідно, так, для того, щоб потім йти на переговори на сильніших позиціях. І у Foreign Policy виділили три сценарії завершення війни. Пропоную перше з вами обговорити. Як пишуть Foreign Policy, найближчим часом Росія досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні, так би мовити, якийсь там мирний договір на своїх умовах. Наскільки цей сценарій реальний за нинішніх умов? Така парадигма в минулому році провести контрнаступление теми силами и средствами, которые нам передали, не передав авиацию, не передав ракеты в достаточном количестве, как раз и привела к тому, что мы потеряли большое количество наших ребят, выполнили боевую задачу только исходя из тех сил и средств, которые были, то есть продвинулись на 15 километров, это боевой радиус артиллерии. А вот эта парадигма, давайте там проведем контрнаступление, чтобы потом быстренько усесться с россиянами и что-то с ними перетереть. Договорить, мирно договориться и так далее и тому подобное, о сдаче украинских территорий. Крыма, Донбасса, сухопутного коридора и так далее и тому подобное. То есть такую же самую парадигму еще и в этом году запустить, ну уж точно никто не будет делать. То есть наступление, контрнаступление только для того, чтобы усесться с россиянами за стол переговоров, так этого точно никто делать не будет. Или тот, кто хочет, пожалуйста, вперед. 1500 километров фронта. В любом месте можете идти, наступать, а потом садиться, если вам так сильно хочется с кем-то посидеть из россиян кофейку попить. Не сдаваться Украина не будет и украинское общество. Ну, естественно, дурных таких действий уже никто делать не будет. Наступательные действия сейчас возможны на данном этапе только с помощью дальних средств поражения. Что значит наступательные действия? Основная задача любой армии, мы с вами это два года говорим об этом, основная задача любой обороняющейся армии — это уничтожение наступающей армии противника, агрессора. То есть уничтожение армии противника приведет как следствие к освобождению территории. Не надо заниматься обратными действиями. Надо выстроить эту причинно-следственную связь, цепочку этих причинно-следственных связей, и тогда выполнять эти задачи. Так вот, основная задача — уничтожение войск противника. Это можно делать, не выполняя наземных операций. То есть, находясь, допустим, в глухой обороне, в активной обороне, какой угодно, а выполнять задачу уничтожения российской армии с помощью ракет, самолетов, на беспилотников, то есть много механизмов, их надо просто запрашивать именно в таком режиме. Но это не для того, чтобы сесть и, вернее, добиваться с Россией каких-то мирных переговоров, это для того, чтобы уничтожить российскую армию там, где мы ее можем достать. Оптимальный вариант — доставать ее в Крыму. Почему? Потому что она закрыта там. То есть там большое закрыто, имеется в виду практически географический оперативный котел. И там сильно не подвигаешься. Стационарных целей больше 150, по которым, в принципе, высокоточное оружие отработает на раз, два, три. Плюс механизм уничтожения российской армии на территории России, что сейчас делается,
на оккупированной территории материковой Украины, та же Херсонщина, Запорожье, Донбасс, это тоже должно выполняться. Для этого просто надо достаточное количество дальних средств поражения. То есть их надо запрашивать, а не слушать те призывы прошлогоднего уровня, давайте наступим куда-то, а потом будем с россиянами о чем-то договариваться, вроде как с лучшей там, сильной позицией. Да не надо с ними договариваться, их уничтожать надо. И там, где достанем, там и надо уничтожать. И не с кем будет договариваться, потому что после уничтожения российской армии на нашей территории Россия просто развалится, ее разорвут внутренние эти противоречия. Никуда они не денутся, пойдут туда же, куда пошел в свое время и российские военные корабли, и Советский Союз. Багатьом з країн, де вирує спокій і мир, багато чого можна писати, і там, напевно, легше. І люди бачать ситуацію з якоїсь своєї сторони. Пане Романе, оскільки ви так вже добре підсумували, не будемо розглядати наступні два сценарії, я їх процитую, пише також Foreign Policy, що ЗСУ можуть відбити частину території і за підсумками мирного договору Україна війде до ЄС і НАТО, але на її території не будуть розташовані військові інших країн. І третій сценарій, за думкою аналітиків Foreign Policy, ніхто не зможе досягти успіхів, і за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але й західною зброєю і не під впливом Російської Федерації. До загрози з боку країн-агресорки для країн НАТО головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ерік Крістоферсен вважає, що НАТО має 2-3 роки для підготовки до можливого протистояння із Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. І зважаючи на те, що раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до 10 років для відновлення військового потенціалу, виснаженого повномасштабним вторгненням в Україну, чому зараз вважають, що залишилося, очевидно, менш як 10 років, 2-3 роки. Це через промислову базу, яка працює в Росії, чи, можливо, щось інше? От, видите, бред сівої кобили всі три сценарії. Тобто їх нет смисла даже проговаривати. Хто їх пише, непонятно хто. Ну, где-то знайшли ту сівою кобилу, і от у неї спрашують по утрам, наверное, скажи что-нибудь о каких-то сценаріях, ми їх напишемо. Единственная формула мира для Украины – это развал Российской Федерации. Три слова и больше ничего. Все остальное – это война, и война долгая. А вот то, что сейчас уменьшают время на подготовку российской армии для вторжения, допустим, в страны натовские, уменьшают только за счет того, что видно участие Китая. Все же просчитывается. Война математика считается легко. И только участие Китая в производстве российской военной продукции участвуют они, поставляя станки. У россияне вышли в прошлом году, буквально они вышли на максимальное количество производства разного вида военной техники, которое уперлось в недостаточное количество станков. Потому что для того, чтобы производить технику, нужны заводы. Заводы, в которых есть станки, подготовленные люди для выполнения, для строительства техники или работы на ней. А для того, чтобы увеличить производство, для этого надо увеличить количество заводов. То есть построить заводы для производства станков, либо купить эти станки в каком-то другом месте. Так вот, эти станки поставляет Китай. То есть китайцы сейчас производственную базу перебрасывают свою в Россию, увеличивая производственную базу военки российской. Естественно, они могут увеличить производство военной техники. И если им дать такую возможность, вот все эти сивые кобылы, которые придумывают сценарий, как раз они на это и работают. Остановить боевые действия, заморозить боевые действия, дать возможность россиянам на новой производственной базе произвести вооружение, накопить его и через 3 года напасть, допустим, на Эстонию. То есть вот к чему вот эти сценарии все сейчас ведут. А вот без заморозки, при выполнении боевых задач постоянно, каждый день, с утра до вечера россиян надо уничтожать. Уничтожать российскую армию, уничтожать российскую технику боевую, уничтожать средства производства, которые в том числе и китайцы им туда поставляют. И тогда это время будет растянуто до бесконечности, пока Россия не развалится. Потому
Варианта здесь два. Либо мы воюем и бьем россиян сейчас, либо если мы сейчас останавливаемся, то россияне бьют уже через 3 года, бьют, допустим, Эстонию, ну то есть одну из стран Балтии. Третьего варианта здесь нет. Пане Романе, ще The Telegraph публікував таку фотосвітлину, ми зараз її покажемо, що НАТО навіть створює план перекидання військ Сполучених Штатів Америки до Європи на випадок війни з Росією. І створюється, як ми бачимо, кілька сухопутних коридорів, які за потреби замінять основний, що передбачає висадку американських військових у порту Роттердама та їх перекидання до Польщі через територію Нідерландів та Німеччини залізницями. Наскільки ось така мапа, вона теж може втілитися в реальність, якщо ми потенційно розглядаємо конфлікт, конфронтацію Росії та країн НАТО? Ну, діло в тому, що воєнні, ну так устроєні, і взагалі задача у воєнних завжди бути готовим к самому худшому сценарію. Тому от ці всі розробки действий военных, это по самому худшему сценарию. То есть все пропало, ничего не летает, все ракеты сгорели, то есть ничего не делается, и тогда сухопутная война, та, которая, кстати, у нас вот третий год идет, то есть окопная война и так далее и тому подобное. Затонули все подводные лодки с трайдентами, уничтожились, самоуничтожились все авианосцы, натовские, американские, то есть все погибло, все пропало, осталась одна сухопутная война, то есть окопная война. Вот тогда, но это тоже сценарий, он тоже проигрывает натовскими генералами, потому эти все сухопутные коридоры сейчас проигрываются, просчитываются. Хотя из реалий, это мы прекрасно это понимаем, то есть серьезное количество тех же томагавков, которых тысячи, до Урала выжгут всю российскую военку и вместе с российскими военными. Потому некому будет, американским сухопутным войскам, не с кем будет до Урала, по крайней мере, воевать. Это как минимум. Это все прекрасно понимают. Россияне это тоже, кстати, прекрасно понимают. Так это только конвенциальное оружие, это не говоря там о каких-то серьезных системах поражений. Потому можно воспринимать эту информацию как, ну, грамотное, правильное действие генералов натовских, которые готовятся к самому худшему сценарию, какому-то апокалипсису, который точно никогда не наступит. Віримо, що цього апокаліпсису не буде. Пане Романе, вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу професійну думку. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, напишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео, поставте вподобайку, поширте його серед своїх друзів та знайомих. Нам приємно бачити теж ваші коментарі, звідки ви нас дивитеся, тому напишіть. І напишіть приємні слова пану Роману. Дякую вам і бажаємо з паном Романом вам спокійного вечора, спокійного дня і до зустрічі.